Приветствую вас, дорогие телезрители. Вы смотрите программу Play Fashion. Сегодня 24 августа, День независимости Украины. И мы с вами поговорим о женской независимости, о моде, шопинге и спорте. А как и где совместить эти три действия, вы узнаете прямо сейчас. Лана, мы сегодня будем утверждать некий рекорд. Вы можете рассказать телезрителям подробнее, что это будет за рекорд? Это рекорд будет в номинации «Самая быстрая бегунья на шпильках». Девушка, которая пробежит самое быстрое, самое шустрое, самое ловкое и получит победу в номинации. Это и ее достижение будет внесено в Национальный реестр рекордов. Масштабное, грандиозное, зрелищное шоу приходит 24 августа в торговом центре «Ривьера». И сегодня оно приобрело статус всеукраинского. Девушки на шпильке не ниже 9 сантиметров бегут 100-метровку для того, чтобы выиграть автомобиль. А рядом со мной автор этой идеи Анна Закамирна. Анечка, скажи мне, как у тебя возникла эта идея? Вдохновили, конечно же, наши женщины, которые очень смело, отважно километры наматывают на каблуках каждый день. Вы их видите на работе, на улице, в транспорте, в городе, в нашем торговом центре. Поэтому вот для наших женщин мы решили организовать в День независимости такое соревнование и дать им возможность поучаствовать, побороться за автомобиль. В прошлом году акция проходила только в Одессе. Она прошла очень успешно. Было много интереса от участников из других регионов. Поэтому в этом году мы решили подключить Донецк, Киев и Львов. Отборочные туры прошли в других городах. И сегодня в Одессе состоится финал. И мы увидим финалистку, самую быструю девушку Украины. Рекорд Украины будет также сегодня зарегистрирован и попадет в Книгу рекордов Украины. Спасибо вам большое за такой праздник. Нина, вы бежите? Я, наверное, тоже сейчас побегу. Скажите, как вы попали сегодня сюда? Я приехала сюда из Киева, узнала о конкурсе 2 недели назад случайно, прочитали на работе с подружками. Подружка говорит, ты должна бежать. В пятницу узнала, в субботу побежала. Я приехала с человеком, машиною, віддихнути і отримати задоволення від змагань. Я у Львові маю перше місце і також заодно приїхала сюди. Дівчатки, я вам желаю побіди, ну а ми скоро узнаємо, який же город стане фіналістом. Як ви думаєте, де можна встретити гарну українську дівчину в гламурному образі, з прической, з макіяжем, з прекрасним настроєнням і на своїх любимих високих каблуках? Звісно ж, в торговому центрі, а іменно в торговому центрі «Рів'єра». Тим більше, коли за 100-метрову пробіжку можна отримати ось такий ось автомобіль. Ровно год назад именно на этой 100-метровой дорожке победила вот эта девушка, которая находится со мной рядом, Наталья. Сегодня она под номером 079. Наташа, ты будешь снова принимать участие? Ну, я решила попробовать просто пробежать для себя. И что бы ты хотела пожелать участницам сегодняшнего забега? Желаю просто не волноваться, просто бежать к финишу, и все будет хорошо. Победительница, город Донецк. Я очень рада, что выиграла машину, спасибо. Бежала и думаю, надо бежать, бежать как угодно, главное не упасть. Единственное, за что боялась, чтобы не подвернула ногу и все. Скажите, спорт, каблук, мода совместимы? Да, совместимы. Посмотрите на меня. Нет, Донецка едет на машине.
очередной всеукраинский забег на шпильках состоялся. Ну, что могу сказать? Женщина на каблуках, бегущая за покупками, за автомобилем, ну и за приключениями. Это явление обычное. Ну а мы с вами сейчас устроим наш забег на шпильках по торговому центру «Ривьера». И необычный забег, потому что в нем будут участвовать два парня. Ребята, вам предстоит пройтись по этим четырем местам торгового центра «Ривьера» на время. И не просто пройтись, вам нужно зайти в компот, выпить компот, в детском леопарке поиграть и в магазинах выбрать себе или одежду, или футболку, или джинсы. Но не просто пробежаться, а, естественно, пробежаться на каблуках. Вы готовы? Да. Да, готовы. Кто выиграет, тот получит денежный приз от нашей программы. Итак, начинаем. На старт. Внимание. Марш! Приближается к финишу наш первый герой забега Костя. Костя, расскажи о своих впечатлениях. Ты, кстати, очень хорошо стоишь так уверенно, ровно на каблуках. Спасибо, это очень тяжело. Я не представляю, как девушки могут ходить, а тем более бегать на них. Это просто невыносимо, тяжело, безумно просто. Мы бегали, я даже не представляю, где второй участник. Он, походу, уже сломался, все, уже не может бегать. Ну, а мы ждем нашего второго участника забега по торговому центру «Ривьера» Дениса. Я вижу, что Денису не так легко это все далось, как Косте. Каково оно – жить и бегать на каблуках? Пользуясь случаем, я хотел бы извиниться перед всеми девушками, если что-то
сделал не так или обидел их, потому что это была самая неудобная обувь, которую я когда-либо носил и бегал. На самом деле это очень тяжело, и я уважаю девушек за то, что они все-таки одевают каблуки и пытаются выглядеть красивыми для нас. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь и желаю вам приятного шопинга на каблуках в торговом центре «Ривьера». Скупайтесь в «Ривьере». До новых встреч!